этого с папки он не работает у нас. Ну вот, я же зашел. Я же зашел, я тебя вижу. А, да? Да. А Тревора не вижу, где Тревор? А Тревор еще не зашел. А, сейчас. Добро. Так. Ребятам, тачи в игре, Васек без фамилии написал в чатик. Чатиковели. На этот раз прям как-то это поспокойнее сегодня. Все, Коля, сейчас будет жесткая месть. Жесткая сейчас месть будет... игре. Наконец-то, ребята, преисполненные энергии пришли на СС и просто развал сейчас будет. Так. Я, говорит, преисполнился, да, в своем этом видении. Так, ну ждем. Готов? Да, я готов. Тревор готов? Да. Давай, раз, два, три. Оп. И время пошло. Оп, время пошло. Так, ну сейчас ребята нам покажут, как на харде играть. Книжки твои забирай. Так, следующий у нас Арти 86. По идее должен быть. Но что-то сегодня не появлялся пока, по-моему. Так, в жалах хард тяжко дался. Мне ласт ачивка на ней пройти без контов. Не могу ее взять, конт стираю все равно. Че, смерть была? Нет. А, мне послышалось. Ай-яй-яй. Димон, просто потрень за сейви место, где самое сложное, где терять жизни. Потрень те места просто и все. Пройдешь на харде так же. Так, классика на севу, да? Час назад был ВК, думаю, появится. Ну, ждем-с. Добивай. Так, сейчас будет левый, беру его на себя. Тайрел, а ты не регался сегодня? А, да, ты не регался сегодня. А обещал, кстати, главное. Медленно. Ну, сколько им по времени тащить? Где-то полчасика там. Ну, 20 минут где-то. 20 минут. Игра недолгая, в принципе. Жизни не хватает под конец. Так, Димон, я тебе предлагаю просто сейф в конце сделать и стратку все, вырабатывать. Давай, фортуч, давай. Фортуч, да, следующий. Потом, может, а Тёмыч придёт. Стрёмыч, здорово. Всем привет, ребят, кто на стриме, кстати. Так, три здесь. Нормально, хорошо. Ребят, что насыпьте вы... смайликов каких-нибудь ребятам в поддержку. В чатик. Чтобы они почувствовали. Не слишком, поддерживают, не слишком. Затащили. Не, вот когда ребят поддерживают... Не прав, преисполнены силы, если они тащат. Это по кайфу. Спасибо, ребят. Новокаинич там топит за вас. Дерзко прям. Да нормально, стрёмыч. Если хочешь, все равно записывайся. Ребят, много не бывает. Поэтому... Хорош. Хотите, записывайтесь. Так, я стою здесь. Я все жду, когда рекорд у нас будет на СС какой-нибудь, чтобы там больше 10 было человек. Нормально, нормально. Вообще будет круто. Добивай. Хорошо. Все, дальше мы не сможем. PlayJoy, здорово, здорово. Спасибо большое за 10 телек. Так я на Твиче, когда эту игру стримлю, у меня, знаешь, как бывает? Мне просто звук в начале игры вырежут и все. Якобы какие-то авторские права. Да ну, не должно. Вот я тебе прям отвечаю, я три раза игру стримил, мне три раза звук вырезали из этой, из этой игры. Ну, может быть, фиг знает что-то. Барбарис, здорово. Как дела? Колду катаешь? Смайлик от Форточа там залетел какой-то жесткий. Слишком. Чувак сидит какой-то там. Давай я право.
шалаше загонить в лесу. Скиллухи мужикам Максим желает. Спасибо. Спасибо всем, кто желает. Удачи, ребят. Это прям мотивирует на победу. Ну, Вока, иначе там куча смайликов просто насыпал. Ну, сейчас по-любому затащит. Ну, смотрим, ну, ДС идет. Фу-фу-фу, конечно. Побьем по дереву. Надеюсь, это дерево вообще, в принципе, стоп. Все хорошо. Наверх иди, наверх. Бывает ошибки. Ай-яй-яй. Подловили. В принципе, хорошо идут. Жизни мало у деда, надо подсейвиться немножко. Деду надо жизни. Отходи, отходи. Отошел. Ой, базу не того. И тут же костой. Я готов, 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 готов. Без деда. Хорош, почему? Давай еще. Дед прикольный здесь, по-моему, мне нравится. Все, не подходи к нему. Не лезу, не лезу. Все, волейбол играем. Волейбол. С алкашами. Че ты алкаши сразу? Хорош. Хапчик берешь. Хорошо. Хорош. Хорош. Живешь. И это тоже берешь. Все, хорош. Живем. Давайте, мужики, тащите. Алмазники. Нормально. Два слева. Беру право на себя одного. Я право беру. Давай. Беру росомах на себя. Пошел вон. Деда ты не возьмешь. Я забираю все. Давай, 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 давай. Маги твои, я их не трогаю. Ну, портишь нормально, что, не обязательно пить. Все, на... вниз, вниз. Вниз, сюда. Игра ваша, ребят. Забирайте, да? Давай, давай, давай. Забираем. Хорош. Так, здесь аккуратненько. Давай, давай. А вас? Силич, привет. Делай, делай. Хорош. Хорош. Тихо, 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 аккуратно. Аккуратненько. Я стою аккуратно, я рассчитываю. Аккуратнее, давай, давай, давай. Не, не, подожди. Не, я не, специально, не вниз, я специально, не. Вниз. Все, теперь давай. Не забывай влево. Правильно форт еще, влево, но тебе влево. И не надо, как бы, в смысле. Я тоже в этом году меньше выпиваю раз в 10. Давай, хорош. Так, сейчас я девушкам, кастую. Девушкам, да, конечно. Я сейчас тоже использую, пусть... Пусть ничего не поможет, но используй. Давай. Ух ты ж! Еще, еще, еще! Хорош! По хавчику берем. Давай. Ну, на Новый год Аринчик оттянется, я понял. Света, Арин, будет у тебя селедка под шубой на Новый год или нет? Селедочка под шубой. Волейбол. Давай, Фортич, приятного. Надеюсь, успеешь. Волейбол не получился. Добивай, добивай! Так, троих, троих. Раз, два, три, давай. Хорош. Сейчас мы троих проскроли, оставайся на месте. Окей, стою. Я проскролю. Ой, блин, зачем я это сделал? Ты просто в одно время со мной нажал. А ты даже лучше сделал, кажется. Арина, обалдела. Срочно всех это приучай к селедке, блин. Да-да, хорош! Хорош, ты хорош, хорош, все хорошо. Какой Новый год без селедки? Даже не думайте. А вот да-да, волейбол, волейбол. Максоныч, давай что? Тоже к холодильнику. Вот а чё нет-то? Чё нет? К
Приятного всем, кто кушает, ребят. Под стримчик покушать — это нормальное дело, чё нет? Это святое. Не знаю, Лев, вообще не знаю, да, пока. Посмотрим, на кого-то карать пойдёт. Туманно очень, очень. А ну, у тебя 20-го, да, ивент ещё? Ага, карась идет. Прикрываю. Ага, хвостом решил меня долбануть. Как бы не так. Хорош. Так, две каракатицы. Одну беру на себя. Доставка 24. Ничего себе, Тайрол, жируешь. Так, у мамы аллергия, папа солидарности к маме. Я лук не меня сильно. Вообще. Ну, а, все, там. Хорошо. Вот эти солидарности. Не, ну есть аллергия, ай, конечно, ай, такое ай, надо ай, это, ай. Убирать из рациона. Тут вопросов нет ко мне. Аллергия — это опасно. Нет! В Калининграде минус 2, в Москве минус 7, в Омске минус 21, в Питере минус 4, в ЕКБ минус 17. Вот такие держи, вот у нас прогнозы сегодня. 31 от первого выходного. Ой, сейчас попробую, блядь, что будет трудно. Я попробую. Сырка под шубой — это огонь. Нет, без сейчас. Шубы и Новый год не новый. Ну, видишь, аллергия сегодня. Ах ты гад. Так, живи, дед. Дед, живи, хэштег, блядь. Живу. Мурманского мне нет, я бы сказал. Хорош. Так, я держусь позади. Потому что для меня это сейчас самый лучший вариант. Беру одного на себя. Это было бы хорошо. Сейчас я буду мансить. Почему он идет туда? Уйди, уйди! Держу. Все, держи их правее. Держу. Нету. Хорош. Так постарайся левого удержать. Не, видишь, у меня может родители приехали. Ай, блин, первая смерть. Извини. Подвел. Первая смерть, ё-моё. Первая смерть, нормально шучу. Это не так страшно. Иди добей, пожалуйста. Лайф-дед просто. Лайф-дед. Блин, я не знаю, смогу ли удержать. Я смогу удержать одного. Одного. Так. Окей. Подожди. Стою. Мне приходится. Есть. Ой, матросина. По матросина и бросина вот этот. Андрей Толстяк, здорово. Одного держу пока что. Блин, ну почему? Почему это опять? Вот пытается ко мне подокрасться, видишь, да? Сейчас эти сероголовые будут. Скидчик. Он помирать не хочет. Все, красного. Блин. Сбил. Забирай. Ой. Ой, сейчас мне прям жестко держаться. Добивай. Хорош. Сейчас только не мешайся. Да, без проблем. Я одного себе заберу, остальных бей. Нормально. Тебя как, Димон? Твоя. Все остальное забирай! Я вверх иду! Давай. Я внизу держу. Один есть, второй есть.
Ай. Иди нахрен! Как я не попал по нему? Добей. Иди вон! Иди вон, я сказал! Так, сейчас красный. Ланкастер! Пошел вон! Золотые! Так, ту тактику, которую мы Васёк, здорово, здорово. Да, помню, помню. Держись! Я стою на месте. Держись! Держу. Я стою. Доброе утро, да. Всё, теперь стоишь на месте. Говорят, смотри, вот тебе тактика. Давай, смотри. Беспроигрышная. А это разве ластовые? Нет. Нет, это не ластовый босс. Сейчас еще одна ракета. Это беспроигрышная тактика. Хорош, никогда. Хорош. Здесь мы никогда не проигрываем. Молодцы, нашли тактику. Хорош. Я говорю, мы же не просто так тренились. Ну, не, ну да, чем больше тренишь, тем видишь больше в игре возможностей каких-то. Предпоследний. Это норм. Так. Ящерица. Ну конечно, конечно, да-да-да. Все мы это знаем. Ну, на Новый год, если я не буду праздновать. Короче, на Новый год, если я не смогу стримить полноценно, я оставлю компьютер включенным. Кто захочет, зайдет на комп. Включит любую игру. О, взял. Отдельный комп для этого настроил. Держал. Вот это тоже беспроигрышная тактика, Колян. Беспроигрышная. Чётенько. Девять. Десять. Здесь яма. Даю. Ай-яй-яй-яй, кнопки перепутал. Я указательный палец сюда убрал. Держусь. О, нашли, сразу блин, как два этих. Попробуй. Еще. Хорошо, теперь берешь правого. Правого. И в прыжке. Постоянно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Это ж последние эти чуваки. Семь. Нет. Восемь. О, понял. Девять. Десять. А, там же еще. Ну да, замок будет. Они сразу поднимутся. Подожди. Толкни его на меня. Оп. Ага. Нет, не отходи. Ай. Оп. Далее. Стою. Не нажимай. Не, я стою. Стой, ты на месте. Жду команды. Не, нормально. О, хорошо! Кожа скелета. Да, красная. Васёк тоже красава, да. Прошел жабки. Но ДС соточка прям вообще. Санкции горит. О! Зря я к тебе всегда. Не знаю. Стой на месте. Стоём. Да. Ой. Что это было сейчас? Я тебя случайно подхватил. Я держусь, блин, на честном слове. Донатик от Дмитрия Молчанова пришел. Спасибо, Димон. Привет. Хороший стрим, спасибо. Так, держу красного. Спасибо. Настроение поднимается сразу. Дмитрий Молчанов закинул 100 рублей.
спасибо. Я хочу вообще. На определенном расстоянии. На определенном. Хорошего стрима. Да, 6-7 минут скроллим. Спасибо, Дима, за донатик. Будем пробовать, Вась, потихонечку. Иногда будем залетать. Людей много сегодня, но нормально, нормально. Сегодня ага, 11 хорошо. Записи. Ящерица. Смотрите, ай, блин, минус жизнь. Это вторая же, да, мужики? Вторая. Ай-яй-яй. I need to help. Я бы хотел, сейчас погоди. Держи. Давай волейбол. Не, подожди, сейчас. Сейчас мы его выведем. Ага, нормально. Вот, теперь волейбол играем. Так, только я кастую, помнишь? Да. Ты про чё, скетч? Хорош. Про Call of Duty. Если я завтра стримить буду... Последний босс. Я с Димоном и с Самраком вообще так... У нас постоянно пати. Ну, если так, кого-то он, не наверное, будет, то можно... Он, наверное, в левую сторону сейчас пойдёт. Сейчас я попробую его вынести оттуда. Ну, сегодня не, вряд ли. Давай. Вот, давай! Волейбол играем! Хорош. Тоже сратка. Давай. Давай! Кастуй! Да нет, соло там время? Бегает стрёмно. Что время? 21.11. 21... Ещё быстрее! Круто. На целую минуту быстрее. Так, 0.21.11, хорош. Так, это у нас что, две смерти, что ли, всего было? Всего две смерти было. Молодцы. Офигеть, сюда, еще быстрее. Сюда, брат. Как такое сюда, возможно? Брат. Как так, такое мужики, возможно? Чатик, ставим оценки за прохождение игры от плюс 1 до плюс 5. У нас пару смертей было, ребята проходили на харде. 21.11 по времени, и это у нас... Это мировой рекорд. Это месть игре за прошлый раз, за прошлое поражение. Нормально отыграли, молодцы, потренили. Вот, вот так и надо, потренили, зашли на СС и затащили. Вот что и требуется. От тебя, Колян, требуется только одно. Закинуть это видео на... Это а, хотите спидран? Давайте. Да? Тревор, ты мне тогда напомни, где-то в понедельник, вторник, пожалуйста. Я потому что сейчас не смогу так быстро. Да, хорошо. Понедельник, вторник где-то, напомните мне, чтобы я сделал. Хорошо, напомним. Добро. Не, молодцы, да, по трению прям видно. Самому не верится то, что у вас VR, хотите сказать? Подождите. Да, у нас это первый. Это мировой рекорд? Да, нафиг. Да, это мы первые люди, кто ее прошли на харде без гличей. Лол, хорош. Ребят, на СС очередной World Record. Давайте, ребят, поздравим. Я думаю, что пятерочка заслуженная должна быть. Да, Макс РЖД, это ВР. Это ВР. Мне просто не верится самому. Молодцы, ну, регайтесь. Веном, у тебя есть учетка на этом? Да, есть. Здесь. А, есть. Ну все. Главное, чтобы у тебя была учетка на спидран.com, остальное я сделаю. Не, молодцы, конечно. У меня один раз как-то было в статистике, знаешь, какая сила у меня была? 400 с лишним. Это потому что я не умирал вообще ни разу. Так, мужики, ну чё, 19 пятерок чатик поставил. Молодцы. Видосик сделаем. Фулл пятерки. Да, фулл пятерочки. О, пожалуйста, смотри, еще больше.
статистика, да, тут какая-то. 639, офигеть! Это даже больше. Strange. А у меня там сколько стоит? У тебя 639. У меня 639, у тебя 332. Ну, неплохо тоже. Но... Заслуженная пятерка, да, я считаю. Красавчик. Но, господа, я с вами ну не вот, прощаюсь. Растим спидранеров потихонечку. Ребята интересуются, затягивает их эта тема. И реальный кайф получают от того, что что-то полезное там, ну, для, не то, что там даже показывают тут контент нам, да, и плюс еще и к тому достижения какие-то делают. Это круто. Молодцы. Случилось. Да, мы отомстили игре. Мы взяли вверх. Еще плюс мировой рекорд поставили. Красавчики. Так, ну что, ребят, спасибо вам большое за игру. Тебе спасибо за возможность участвовать. Нормально. Так, и... Ну а что, я с вами, ребят, еще не прощаюсь. Спасибо за возможность поучаствовать. Да, ребят, приходите в РСС, вы же знаете, что всегда открыт. На стриме. Нет, на СС ограничений никаких. Спасибо большое. Спасибо за это. Так, ну что, господа. Возможность поучаствовать. Будем прощаться с ребятами пока. С Тревор попозже подойдет с другой игрой. Ну а сейчас, я так понимаю, Форточ должен быть.